Всем привет, мои дорогие друзья! Прибежала я с работы. Как все знают, сейчас в школах карантинные каникулы. Я уже дома, и мне нужно сейчас заниматься своими делами. Девчонки, прошу вас, мальчишки, меня простить, что я буду показывать себя вот так, потому что работу никто не отменял. Но хочу вам рассказать не обсуждение, а рассуждение. Были жизни. И были не в своей жизни, а, если честно, больше из жизни моего мужа. Послушайте, может, кого-то заставит это задуматься. Друзья мои, еще раз всем привет. Начинаю я жарить блинчики. Мои дочь с папой помчались в губернию. Сегодня, слава богу, девочки выписывают нашего сына. Я прямо счастлива. Без памяти. Я не поехала, потому что надо готовить кушать. Заказали мне блинчики, хоть и пост, но мы не постничаем. И, девчонки, что я хочу вам рассказать в эту минуту, когда речь заходит о детях, потому что жду я сына. Хочу вам быстренько одну историю рассказать, поделиться. Почему сегодня? Потому что у нас каникулы, как я уже говорила, да? И все наши организации переживают, что дети без присмотра. Но тут без организации хватит кому переживать. О чем я хочу сказать? Есть такая тенденция у нас укрупнять школы, закрывать школы, переводить детей в более большие, скажем прямо, средние школы, а в селах все наглухо забить, как до революции. И вот у нас была такая история, девочки. Почему я хорошо ее помню? Потому что это было ровно два года назад, в канун 23 февраля. Наш сын учился тогда в 4 классе, и я хорошо запомнила эту историю. Было это, повторюсь еще раз вам, в феврале, а зима в тот год, девчонки, мальчишки, ой! Была не то, что снежная, а просто засыпала нашу Курскую губернию снегом. Снег шел день и ночь, сутки прочь, без остановки, сугробы были по пояс. И вот в одну из таких зим случилась эта история. Что произошло? Ну, начну рассказывать так, чтобы вам было понятно. Я работаю в сельской школе, а у нас дети мои некоторые ходят из хуторов к нам в школу. Ну, все это налажено, более-менее возит их маршрутка. Но в тот день маршрутка не проехала. Не потому, что там виноват водитель или кто-то. Нет, девочки, реально проехать было нельзя. Дороги не чищены, тут уже вопрос другой, кто виноват. И водитель побоялся, да он бы не проехал, я не застрял бы с детьми и все. И я вернулась со школы и говорю своему мужу, как раз обеденный перерыв у него был, где-то было это после часа. Ты знаешь, говорю, ведь сегодня мои хуторяне пошли пешком. Душа, говорю, болит, сейчас вот буду обзванивать, звонить, как там они добрались пешком. А их всего из школы 3 человека, один тогда учился в 5 классе, один в 4-м. Мой в третьем, с моего класса мальчишка. Ну, вроде бы все благополучно, успокоилась, душа переболела. А муж и говорит, да я, наверное, сегодня тоже не пойду на работу. До обеда побыл, говорит, там ногу не высунешь, очень-очень много снега. И вдобавок ко всему он сыпется сверху. А специфика работы моего супруга, девочки, такова, что он хоть и работает в большой организации, но один как волк. По полям. Его работа, он в полях объекты свои очищает, просматривает, в надлежащем их содержании держит. И скажу вам честно, хорошо держит, потому что еще советское воспитание. Образование тут ни при чем. Воспитание еще наше то. Та наша старая закалка. Делает все добросовестно. Ну, вот он покружился. Полчасика, получается, с обеда задержался. Сначала думал, в субботу выйду, все сделаю. Потом выйдет на улицу, посмотрит, снег валит. Валит, нет, говорит. Все-таки я поеду.
Поеду, иначе завтра там вообще ногу не высунешь. Взял лопату, девчонки, для чистки снега, там свои все прибамбасы, не будем уточнять какие, и поехал, ребята. Машину, говорит, поставлю недалеко от трассы, как-нибудь поработаю. Ну, он уехал. Пятница, как сейчас помню, я тут занимаюсь своими делами. И где-то уже в 5:00, 4:00, а это, повторимся, зима, темнеет-то у нас рано. Звонок. Любит меня муж звонками всегда удивлять. И он таким, знаете, девочки, не злым, абсолютно не злым, а встревоженным голосом мне: ты знаешь такую-то, такую-то учительницу, такой-то, с такой-то школы. Господи, да знаю я, что случилось. Срочно надо мне ее телефон. Ну, это не проблема, я хоть так лично ее не знаю, но у нас как в деревнях и в селах. Грак граку, дурак дураку, мы сейчас все узнаем, не переживай. Сама девочка, не спрашиваю у него ни слова. Мало ли что, думаю, боюсь даже лезть на рожон. Вижу, что он очень сильно встревожен, очень. Ну, я быстрее куда? Своему директору. Тот директор, не спрашивая, за что у нас хорошая женщина-директор, звонит директору соответствующей школы. В общем, узнали мы в течение 5-7 минут телефон данной учительницы. Я перезваниваю, так и так. Он говорит: тут связи нет, я тебе или дозвонился, заикается. Звони сама и скажи, что если у нее учится такой-то, такой-то ребенок, он сейчас у меня, я его нашел в поле. Девочки, меня парализовало. Только я за своего переживала, хуторянина, а тут какой-то ж другой. Ну, не будем даваться подробности, я все это позвонила, все это рассказала, она сама в шоке. Вызвонила маме, ребенка этого мы спасли. А теперь я вам рассказываю, как это все выглядело в глазах моего мужа. Девочки, человека, у которого самого двое детей, и который просто испытал шок. Ну, говорит, я приехал спокойно себе. Очищаю свои объекты, песни напеваю, как говорится, чтобы не замерзнуть. А машину поставил подальше, не на трассе, но и подальше от себя, чтобы выехать. Выехать невозможно, девчонки, кто там что чистил. Ни трасса не чищена, тем более поле. И краем глаза вижу, что темнее. Думаю, либо собака. Думаю, Лень, ну если что, лопатой пришибу, вдруг дикая собака. А объекты находятся у него вообще в поле, в далеком от сел. Там больше ничего нет, только через пару километров украинская граница. Ну, какая-то еще лесополоса и все. Нет, говорит, вижу, это пятно приближается, оно ж снег метет. Вижу человечек, ну, думаю, наверное, какой-то старичок там, может, ну, мало ли, охотник. Когда подошло это чудо ближе, я оторопел. Смотрю, точно как в произведении Некрасова. Мужичок с ноготок. Мальчишечка, говорит, идет мальчишечка мне навстречу. Весь уже посиневшие губы, посиневшее снегом засыпанное лицо, шапочка с бубончиком. Подходит ближе и хочет пройти мимо. Он понятно, что ребенок боится, чужой дядька в поле лазит. Мало ли что, мы-то все детей со своих учим как безопасности. И хочет пройти мимо. Я, говорит, бросила лопату и к нему. Так и так. Друг дорогой, куда ты чешешь? А он уже, девочки, ну уже посиневший, понимаете? Домой иду. А откуда ты идешь? Из школы, из такой-то, называет название школы. Иду домой. А где ты живешь? Там-то, там-то. Муж, хотя когда услышала, это 30 км от места, где он сейчас находится. Что-то, я думаю, тут не то. Но потом у него был дальнейший шок. Когда он повернулся, он видит рюкзак девочки точно такой один в один, как у нашего сына. А как тебя зовут? Андрей. Муж говорит, не то, что я, говорит, думал, тут навернусь сам. Снег от шока, потому что у нас свой Андрей. И тоже ученик 4 класса, этот признался, что я Андрей в 4 классе учусь. И с таким же рюкзачком и идет девочки в белый свет по пурге, по буре, по снежным этим заносам. Муж говорит, так, не бойся, меня зовут дядя Витя, пойдем, говорит, в машину, отогреешься, он его посадил.
Ой, включил печку на всю. Давай же как-то выспрашивать, выпытывать. А у того ребеночка телефон разрядился. В общем, благодаря тому, что ребенок знал фамилию, имя, отчество учителя, мы нашли родителей, нашли, как ему помочь. Что же с ним случилось, ребята, а? Самое элементарное. Ребенок живет далеко, родители, школа закрыта в его селе. Родители возят его в соседнее село, но не ближайшее, а туда, где сами работают, ближе. И у них такая была договоренность уже не один год, что он после окончания уроков садится на общественный транспорт, доезжает на маршрутке до вокзала нашего районного и там ждет то дядю, то тетю, то маму там и так далее, кто его заберет. В этот день, девчонки, вот понимаете, судьба злодейка. У него телефон разрядился, это первое. И отпустили их пораньше со школы, потому что 23 февраля, предпраздничный день. Ребенок сел на маршрутку, поехал, не соображая, что еще рано, еще он очень рано освободился. Вышел, ждал, пождал, никого нет, решил пойти пешком. Ну, думает, буду идти навстречу, обязательно кто-то будет ехать там. Какой-нибудь сват, брат, предколхоза и так далее. Все-то свои ребята в селе. И пошел, прошел километра два, дошел до кольца автомобильного. Ну, все знаете, автомобилисты, до развилки дорог. И там у нас так интересно, что одна дорога уходит на Курск, куда ему и нужно было, в его село, чтобы попасть. А другая уходит на Сумы, совсем противоположную сторону. И ребенок, то ли потому что снег, то ли, может, не прочитал, ну, Бог его знает, судьба так сложилась. Карта так легла. И он пошел в обратную сторону девочки. Что хочу вам сказать, мы потом с мужем были просто в шоке. Так на глаз, прикинуть, если он прошел километров 15-17 в другую сторону. По трассе, заснеженной трассе, ехали КАМАЗы, ехали фуры, ехали, да, наверное, же полиция проезжала, ехали просто джипы, там, машины легковые. Неужели никто, ребята, до чего же мы черствуем? Никто не остановился, не спросил, друг, куда ты идешь? Трасса пролегает же по полю, никаких нет там ни сел, ни объектов, избушек, куда бы мог идти ребенок. Никто не остановился. Вот он шел, пока он не уперся в вот эту незнакомую машину, не увидел машину моего мужа. Поэтому Витя мой, как скажем, спас этого мальчишку. Как тянуло его просто в этот день на работу. Хотя он мог, полное право имел, не пойти и поехать потом в субботу доделать свои дела. И когда мама приехала, она, конечно, ой, да я и Магарыча, и то, и все. Ради Бога, о чем вы говорите? Или просто поставьте свечку за моего мужа, за его здоровье. Помолитесь за раба Божьего Виктора. Потому что мало людей, которые отзовутся на чужую беду. Иначе бы, девчонки, я вам серьезно говорю, он бы просто пошел бы по полю, если бы там не было в ту минуту моего мужа. Дошел бы до посадки где-нибудь, лег, уснул бы, или бы еще хуже, перешел бы границу. Потому что там, ну как, граница обычная, тропа, что там. И Митька его звали. А потом мы удивляемся, пропадают дети. У нас сейчас столько случаев ВКонтакте пишут, и в газетах, и везде, в СМИ. Пропал ребенок. Вот он бы пропал, если бы не случай. Поэтому нужно быть немножечко, скажу вам честно, внимательнее, добрее. Не только наказывать, как наши органы наказывают, а еще и следить. Ни участкового, никого. Белый свет, иди, ребенок. Никто не кинется. И причем школа. Школа не виновата, мама не виновата. Ну, так сложилось, что ребенок мог бы просто исчезнуть, и никто бы не нашел его. Вот такие, ребята, у меня вам рассказы. А сейчас, когда этот карантин ввели, надо быть особенно внимательными. Сказали, сиди дома. Не гневи Бога. Вот так, мои хорошие. Под блинчики насвистела вам. Но это реальные были жизни. Муж не даст соврать. Поэтому я его в тот день, думала, расцелую. Все, мои хорошие, пока-пока. Заходите к нам на блинчики.